Ложись вовремя, вставай рано. Будь активным. Верь в себя. Будь в форме. Не кури. Ассаламу алейкум. Хочу небольшое пожелание молодежи, чтобы они ходили в спортзал. Очень прекрасный и удобный спорткомплекс здесь, в Хасиорте, у нас наш Сагит-паша Дарбишевич построил. И призываю всех молодежи приходить сюда, тренироваться, любые виды спорта тут есть. И не ходили, чтобы не пили, не курили, чтобы не ходили направо, налево. По исламу тоже харам, спорт это сунна. Так что приходите, занимайтесь спортом и проявляйте себя в лучшую сторону. И радуйте родителей, когда видят, дети добиваются высоких результатов хороших. Довольство родителей, довольство Аллаха. Пей молоко. Контролируй свое питание. Не забывай про велосипед. Тренируйся. Обращаюсь к молодежи, чтобы занимались спортом, любым, главное, любым спортом, чтобы хотя бы все свое время, тратили только на спорт, на любой вид спорта можно тренироваться. Главное не курить, не пить, чтобы родители гордились с вами. Кто занимается этим, хочу пожелать, чтобы они оставили это все и хотя бы для себя занимались спортом. Молодежи хочу обратить внимание, чтобы не совершали ошибок, чтобы не курили, не пили, чтобы тренировались, чтобы оставили это все. Всегда будь здоров!